предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это целый комплект, целых 5 квадратных метров, 10 листов с цветами в стиле Прованс. Нежнейший, потрясающий принт, который будет вызывать только улыбку в вашем интерьере. Такого не было никогда. Всего один раз мы представляли вам на телеканале Shop & Show. Этот дизайн, было выкуплено абсолютно все. Мы связались с поставщиками для того, чтобы вновь предложить вашему вниманию блоки интерьерного покрытия с цветами. Ну, просто потрясающе. Очень красиво, необычно. И Алексей Мичурин сегодня нам расскажет, как сделать ремонт за один час, за один щелчок, а не тратить ужасные суммы на эти дорогостоящие ремонты. Олечка, ремонт мы делаем быстро, но не на скорую руку. То есть это качественный ремонт еще с дополнительными тепловыми, теплоизоляционными характеристиками. И все это позволяет нам делать блоки интерьерного покрытия. С одной стороны, великолепная фактурная, рифленая такая красота в виде цветочков, а с оборотной стороны мы имеем клеевой слой, универсальный слой, который ложится на любую поверхность. Даже кожа прилипает так, что невозможно его отсюда убрать. Соответственно, снимайте защитный слой бумаги и прямо на неподготовленную стену наклеивайте блок интерьерного покрытия. Что такое неподготовленная стена? Это значит невыровненная, не загрунтованная стена, которая может иметь всевозможные дефекты или даже быть стеной в виде старых обоев либо старой кафельной плитки. Блоки сделаны из вспененного ПВХ. ПВХ – это материал, который не боится влаги и не боится загрязнений. Соответственно, вы можете его использовать в ванной комнате, рядом с раковиной, в виде фартука на кухне, потому что при попадании сюда влаги и грязи вы легко можете протереть. Также поухаживать, как и за кафелем, но при этом сэкономить намного больше денег, чем даже стоят эти блоки интерьерного покрытия. Ну и, конечно же, дополнительные характеристики в виде теплозащиты. Обратите внимание, внутренний слой – это фольга. Фольга применяется в строительстве для того, чтобы изолировать пространство, создать эффект термоса и сохранять там зимой тепло, а летом – прохладу. Вот дополнительный фольгированный слой, он уже идет на каждом блоке. Соответственно, вы изолируете пространство. Ну и плюс, конечно же, ветрозащита, плюс антивандальные свойства, звукоизоляция за счет того, что это пористый материал. Все это блоки интерьерного покрытия. Отлично, и целый комплект вы получаете. 10 листов, 5 квадратных метров за 3499 рублей. При оплате банковской картой будет действовать дополнительная 5% скидка. И 4 цвета на выбор. Голубой цвет расширяет пространство, цветы, ну, цветы позволяют нам поднять настроение. Когда мы видим цветы, они аккумулируют счастье внутри каждого из нас, поэтому мы чаще улыбаемся. Зеленый цвет с оранжевыми оттенками. Знаете, очень дорого и богато смотрится. Розовый цвет – это нежность. С утра проснулись, сразу на кухню зашли, увидели розовые оттенки с цветами. Лето продолжается 365 дней в году. Серый цвет очень любит Юлия Колосова, известный дизайнер российский и известный дизайнер телеканала Shop & Show. Она говорит, что серый цвет всегда в тренде. Поэтому выбирайте для себя тот оттенок, который вам больше по душе. Звоните и заказывайте. Кстати, сейчас стиль Прованс, Алёш, в тренде. В принципе, он всегда был на пике популярности. Всегда в тренде, но вот сейчас даже дизайнер, который делает дизайнерскую квартиру моей подруги, да, она прям посоветовала стиль Прованс именно на кухню. И не всю кухню оклеивать в стиле Прованс, а сделать акцентную стену в рамочке. Вот так вот у нее будет, возле стола все это красиво смотрится. Оль, ты абсолютно права, данные блоки, они именно и используются для того, чтобы делать акцентные зоны. Да, то есть вы не обязательно можете это делать на всю стену, да, закатывать все 4 стены. Именно взяли одну упаковочку и сделали 5 квадратных метров. Что такое 5 квадратных метров? Вот. Это стена, которую мы вам показываем. И, соответственно, вы можете их совмещать со своими старыми обоями, с покрашенными стенами однотонными. Вы можете их совмещать с какими-нибудь другими фактурами, допустим, кирпичными, деревянными. И при этом у вас всегда будет большая, красивая такая цветочная поляна,
в центре вашей комнаты, в центре вот этой вот интерьерной композиции, которую вы имеете. Блоки идеально будут смотреться именно в качестве интерьерной вставки. Ну, посмотрите, это ваш будущий коридор. Вот встречаете гостей, и уже в коридоре понятно, что у вас действительно дорогая квартира. А в гостиной обратите внимание, как эффектно будет смотреться, и даже возле камина, ведь не боится нагревательных элементов наши блоки интерьерного покрытия, они даже с фольгой, помните? Вот, и поверх кафеля вы можете использовать и в ванной комнате. Но, Алеш, все равно вопрос, на все ли стены подходит? Да, покрашенная стена, деревянная, бетонная, гипсокартонная стена, пластиковая стена, сделанная из фанеры, из ОСБ плиты. То есть даже старая кафельная плитка подойдет в качестве основы для блоков интерьерного покрытия. Ну что ж, представили свой будущий интерьер в стиле Прованс? Друзья, это очень дорогостоящее, конечно, приобретение. В магазинах, если вы будете текстильные обои в стиле Прованс покупать, все это очень дорого выйдет. Ну, 1200 ремонт обойдется. У нас цена 3499 рублей. Еще множество других преимуществ, помимо дизайна. Но самое главное, это ваше настроение. Открыли с утра глаза в спальне, если у вас будет стена в стиле Прованс, уже улыбнулись. На кухню пришли, там все с цветочками, так нежно, так стильно. Еще шторки приобретем с вами с цветами. Как все будет красиво. Мы хотим, чтобы вы чаще улыбались. Звоните. 5 квадратных метров. Вот как вот вся эта стена. Покажите. 5 квадратных метров в одной упаковке. За несколько минут мы с Алешей, даже своими женскими руками, это легко, мы это сделали. Алеш, для чего все-таки здесь нужна фольга? Давай напомним нашим телезрителям. Да, еще раз. Фольга герметизирует пространство, делает его как термос, и, соответственно, тепло либо прохладу вы сможете удерживать внутри помещения за счет специального фольгированного слоя. Обратите внимание, какая толщина у данных блоков, пористость материала и его, конечно же, мягкость. Все это способствует удержанию тепла либо прохлады, ветрозащиты, антивандальным свойствам, то есть не будет никаких ушивов, ну и плюс шумопоглощение за счет окрас, пористости материала. Ну и, конечно, эксклюзивный дизайн в виде такого барельефа цветочного на стене создаст невероятное ощущение присутствия в этой комнате. Ну и я по традиции к вам в гости хочу зайти именно в ванну, хочу заглянуть. Друзья, ведь блоки интерьерного покрытия настолько необычно будут смотреться именно в качестве кафельной плитки. Посмотрите, какая красота. Хотите также? Заказывайте главное предложение дня. 10 листов, 5 квадратных метров в одном наборе.